Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Broken Lines. Итак, мы, по-моему, на финальном, на финишной прямой, да? Вот так вот, скажем. Финальная глава. Начинается еще одна беспокойная ночь для решений. Наступает время для принятия решений, вынесения окончательного приговора. Так, окончательный приговор. Морган садится с Коннор и закуривает сигарету. Фу, ну и запах. К нему нужно привыкнуть, Коннор. Я тут кое о чем подумал. Рада за тебя. Всех остальных кто-то дождет дома. Невесты, друзья, родные. А что насчет тебя? Коннор не отвечает и продолжает смотреть перед собой. Так. Давай, рассказать Коннор о себе. Зачем на нее давить? Я понимаю, бывает, что это все сложно. У меня есть, была дома жена, хотя, может, все еще есть. Откуда такая неуверенность? Мы с ней встретились через несколько лет после Великой войны, и, черт возьми, я все еще ее люблю. Но транши меня просто так не отпускали. Мы были вынуждены расстаться задолго до начала этой войны. Возможно, она согласится дать мне второй шанс, если я, конечно, доживу. Надежда на то, что она все еще ждет. Вот то, что меня... что дает нам силы идти вперед. Нам? Прости, я имела в виду тебя. Мне нужно идти. Отлично. Они начали лучше ладить. Коннор и Морган, да? Отлично. Раз в моей команде. Так, по итогам последних операций Кинг предъявляет Вуду претензии. Вот, ты когда-нибудь научишься нормально с оружием управляться или нет? И что же ты хочешь этим сказать, а? Слушай, ты нормальный парень и все такое, но мы все тут знаем, что ты с 10 шагов в стену не попадешь. Все безликие, которых я успел перестрелять, с тобой не согласятся. Ты про тех безликих, которых нам приходилось все вместе валить из-за твоей хреновой меткости? Как тебе такая хреновая меткость, а, скотина? Он в каску его выстрелил. Вот! Ты мне чуть мозги не вышиб. Кто сказал, что они у тебя вообще есть? Блин. Быстрый стрелок. Черт. Наши не испортились. Этой ночью Вуд и Хелли просыпаются от запаха пепла и дыма. Фрай! Что ты, черт побери, тут жжешь? Не кипишуй. Всего лишь мои личные вещи. Ничего ценного. Не кипишуй? Фрай, а ты про костер подумал? Смотри, какое пламя. Его же враги заметят. Очень сомневаюсь. Вокруг же одни камни да деревья. Давайте потушим костер. Ну-ка, ладно, пусть горит. Пусть горит. Ладно, как знаешь. Но ты не хочешь объяснить хотя бы, что тут происходит? Мне надоело, что все считают меня каким-то снобом-заучкой. Я могу постоять за себя. Я хочу, чтобы все знали, что на поле боя я кое на что способен. Ты случаем в школе в театральный кружок не ходил? И что с того, если ходил? Ничего-ничего, но это многое объясняет. Не забудь затушить костер, когда закончишь. Твердолобость, Фраю. Так, хуже, блин, хуже ладить начали. Черт с Вудом. Ну ладно. Наступает утро. Солдаты начинают последнее приготовление. Осталось ли в них хоть капля былой решимости? Так, поехали. Даже не верится, что кто-то смог построить такой нехилый завод в таком отсталом месте, да? Меня другой вопрос беспокоит. Ты же помнишь, какие беды причинил этот проклятый туман, да? Забудешь тут. Мы на такое насмотрелись за время нашего путешествия, но если честно, я до сих пор не понимаю, как все это связано с плотиной. Только представь, на что были бы способны фрицы, если подобная технология попала к ним. О, ну вот мы наконец-то узнали, что это не фрицы. О да, они-то с радостью зальют этой дрянью всю Европу. Мы не можем допустить, чтобы такая технология попала не в те руки. Нужно уничтожить чертову плотину. Откуда такая уверенность, что именно машины на плотине создают туман? И что, сам разве не видишь, что они явно как-то связаны?
Учитывая все, что мы тут уже узнали, я бы сказал, что вывод сам напрашивается. И ты готов рискнуть ради этого своей жизнью? Что если не... иначе нельзя? Если выбор между нашими жизнями и судьбой всего мира? Два солдата напряженно глядят на возвышающуюся вдали плотину. Я знаю, каков будет выбор. А теперь вперед. Надо проверить снаряжение. Может быть, стоит прикупить чего-нибудь у Искора. Что-то подсказывает, что еще одного такого шанса у нас уже не будет. Понятно. Я даже знаю, что подсказывает. По-моему, все. Стоп, а здесь еще есть какая-то ветка. После плотины. Алло. Случайная встреча. Слышал? Что? Я ничего не слышал. Шум, вон из той пещеры. Пойдем глянем, что там. Когда их глаза привыкают к темноте, солдаты замечают худых, испуганных старика и старуху, прижавшихся друг к другу. Кразик, немигротас дафили. Гритка, немидобу. Катрак азидри арин. Блин. Кажется, ты их до узрачки напугал, Кинг. Отлично, тем проще будет у них все добро отжать. Защитить стариков, алло. Так нельзя, Кинг. Мы солдаты, а не грабители с большой дороги. Особенно таких беззащитных людей трогать. Ну, как знаешь. Он, видал, успевает сделать шаг, как слышит щелчок взводимого курка. Блин! Еще один шаг, и я пристрелю тебе башку. В смысле, он... Я думал, старички вооружились. Да ладно. Шутишь, что ли? Ты готов променять сослуживца на парочку стариков? Не вздумай меня испытывать, Кинг. Ну и ладно. Пошли отсюда. Забота о здоровье. Хуже ладить начали. Ну, Кинг вообще какой-то безбашенный. Ну-ка, искорка. Винтовка Мосина, да. Все, больше мне ничего не купить, да? 12, 13. Видимо, да. Стакс. Эйли Шерман. Шерман. Эйли. Маузер меняешь на Мосинку. Хонор. Гивер. На Маузер. Right. Шерман. Гарант меняешь на Гивер. Фух. Ну, походу, погнали. Воздаяние. Сейчас, секунду. Как? Начните штурм плотины. Солдаты наконец-то добрались до нижнего уровня плотины. Вражеский гарнизон не пропустит их дальше без боя. Так, и с нами еще пойдет тогда Шерман. Тебе что-то нужно еще? Хрупкая концентрация? При отсутствии стресса увеличивает точность. Увеличивает скорострельность на 10. Блин, ему особо... Ну, давай, хрупкая концентрация. Ты нас особо-то не паникуешь. Так, у вас все. Морган фуловый. Авери фуловый. Выдвигаемся. Воздаяние. Солдаты идут вперед. Прекрасно осознавая, что обратного пути уже нет. Все, погнали. Близится конец пути. Отряд думает, что худшее уже позади. Но оправдывает ли то, что ждет впереди пережитые ими страдания? Так, двигаемся аккуратно. Отряд добирается до подхода к вражеской базе у плотины. Серый дым из находящегося выше завода застилает весь окружающий пейзаж. Я буду спать куда спокойнее, когда мы наконец оставим это чудовище позади. Забудь пока про плотину. Сначала нужно что-то придумать с охраной на базе. Я пока вижу только парочку охранников у ворот. И это вызывает у меня подозрение. Давай перестреляем их, а потом уж будем переживать, лады? Лады. Так, вижу одного. Так, вижу контейнер один. Здесь не обойти, не пройти, да, я так понимаю? Нет, стоп, можно.
Можно выйти с той стороны. Но, блин, здесь в газ тогда, блин. Я не хочу в газ лезть. Так. Как я понимаю, первым делом мы зачищаем вот эту часть. А потом идем сюда. Блин, здесь пушка. Здесь пушка! И тут дорога наверх. Походу, возможно, и будет еще одна карта. Так, ладно. Так, дробаш, да? Дробаш. Yes. Раз. Okay. Один. Yes. Четыре. Где-то давай сюда. Все, кидаемся на дробаш. 25. 30. Стоп, что? Зачем ты сюда идешь? Сразу сюда иди. Перекрестного огня не было, чтобы мои не попадали. Работы. И что здесь произошло? Это, конечно, зона военных действий, но это уже чересчур. И мне кажется, или это там слизь горит. Авери замолкает, услышав крики вражеских солдат без противогазов. Черт, эти уроды без противогазов совсем долбанулись. Если мне не удастся прижать их огнем издалека, они меня порвут на части. Ну-ка. Да. Ну и видок у тебя. Весь коррозии поеденный. Так, давайте все то же самое. Только походу здесь надо будет сейчас подавлять огнем. Да, давай ты. Вот отсюда. Работаем. Ладно. Здесь покрытие прошло. Сейчас этот пойдет. 55, нормальное. Окей. Стреляй в него. Так, у тебя цель уже пропала. Куда ты там сейчас собираешься напулькивать? По-моему, у тебя такая же тема, да? Огонь. Не кажется ли, они дохнут несколько быстрее? Давай, быстренько сюда. Быстренько сюда. И быстренько сюда. А потом огонь. Так. Вы на подстраховку сюда ближе выходите. Ладно. Орлиный глаз. О, я еще одного вижу. Блин, а уже орлиный глаз завезу. Слушай, чекни мне, пожалуйста, вот здесь ситуацию. Где тут этого типа можно запалить? Мне надо его убрать. F1, так. Пулеметчик, давай сюда на подход. Причем на ускоренном марше. И ты сюда. Вижу. Так. F3, ты его видишь?
Давай сюда. Атакуешь. Твоя задача его запилить. А я попробую его прижать вот где-то. Подождать. Давай. Ждем 3 секунды. И потом жмем его здесь. F5, ты его еще видишь? Видишь. Работаем. Вот же черт, а. Окей. Так, с этим что? Убрали? Надеюсь. Давай, на рывке. F5. Откуда бить будешь? Как-то такое ощущение, как будто они быстро складываются. Так, двое еще вон там аж. Ну и как мне вас загреть? Так, отмени, отмени, пожалуйста. А? О, вижу, 20. Двадцатка, да? Давай, двадцатка. И начинаешь стрелять. F4. Тридцатка. Блин, поверху опасно. Блин, сейчас слева могу еще запалить кого-то. Так, F5, становишься сюда. Если вдруг кого-то увидишь. Да, блин, точно. Черт. А он взял и свалил. Гениально. Блин, дот не в ту сторону. Окей. Окей. Отмена приказов. Yes. Давай на. На пашурику. Yes. Так. Быстренько, быстренько, быстренько. Так и знал, что со спины будет зараза заходить. Так. Этому не скрыться. Тут еще есть несколько покоцанных, нету, да? Ну, давай, пока бинт на себя кинь. Умирать здесь нельзя. Опачки. И что, здесь еще много? Нет? Один. Одного. Один только загрен. Так. Слушай, давай, знаешь что? Сделай так. Потом ходку назад. Причем. О, слушай, а если сделать вот так? Ты сюда на рывке. Приманиваешь их всех и потом обратно. Давай. Watch out. Take that. Отлично. А того не приманила. Я хотел, чтобы ты его приманила. F2, погаси его. Okay. Норм. Ладно, давай попробуем еще раз разыграть его. Whoa.
Отлично, отлично. Теперь я думаю... Теперь, я думаю, мы можем занять верхнюю позицию. Так, сюда. Okay. Второй автоматчик сюда. Три. Четыре. Пять. Осматриваемся. Где-то я видел... А, вот, видел, да? Окей. Вперед! Чё встали-то? А, все что ли? Так. Раз ты у нас прям такой бегун-бегун. Yes. Так. Включай орла. И пошла на спринте. F1. Yes. Иди сюда. F3, иди сюда. Стоп, стоп. F3, F3, ты уже бежишь. Да, орла заюзать. Нет, стоп, подожди. Давай не так. Давай орла заюзать. А потом бежать. Контакт. Блин, оно уже далековато. Блин, через газ не пойду. Yes, yes. Oh, fine. Okay. Yes. Твою. Так, хорошо, с этим разобрались. Стоп, а это еще что за звук? Там ББРДМ. Или что-то. Ну, в общем, там что-то тяжелая техника. Из ангара, расположенного вблизи моста, внезапно выезжает огромный танк. Твою мать, они пустили в ход тяжелую артиллерию. Танк угрожающе скрежещет, направляя башню на отряд. Пока там эта железяка, нам на мост не сунуться. Надо как-то избавиться от танка. Окей. Так. Hi. Перепланировка. Блин, или слушайте, или оставить. Yes. Так. Я думаю... Ух ты ж... Нет, нет, беспонтово, беспонтово, беспонтово. Их слишком много здесь. До черта. Три, надо сначала немного уменьшить их количество. Так, F5. Ты можешь достать до него, да? Давай, работай. F4. Один. F3. Семь. Хиляйся. F2. F2, просто стреляй. Пять, отходишь. Так, как бы тебе так расположить-то? Попробуй кругля дать, возможно. Там же пулемет, да ведь? Или взрывная? Нет, пулемет, пулемет. Yes. Два. Давай вот сюда. С этим, я думаю, разберутся. Yes. Думаю, разберутся. Блин, надо ближе как-то. Нет, под...
Давай пока так. Слушайте, анус прям срывается, да? Он срывается. То есть раз, два, он потом перестает видеть. F1, F3, F5. Yes. Эх. F1. F3. F4, ты убегаешь. Ты убегаешь, все правильно делаешь. F5, ты поднимаешься. Делаешь пару выстрелов, что сможешь пробить. Давай. Нет, 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 нет. Ой, как все плохо. У него прям... Таргет меняется. Yes. Yes. Давайте, короче, просто делаем позицию наверху. И напулькиваем ему. Все. 6. Супер-пупер выстрел. На. F4. Супер-пупер выстрел. F5. Ты где? F5? Во, нормально, 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 нормально. F4. Подходи, давай, не стесняйся. F1, сюда. А как-то сюда, что ли? Давай, работаем, работаем. А, ты еще только вылечила, да? 5. Давай, давай. Мы подавили танк. Черт побери, мы подавили танк. Блин, не докину. Yes. Yes. 5%, блин, ну. Интересно, выдает позиции. Но по сути позицию я его знаю. Вот если бы он еще и, скажем так, увеличивал бы шансы. Кстати, по поводу увеличения шансов. Нет, не запугивание. А пометить цель. Давайте вот в момент пометки. Выдадим все стволы. Okay. Твердая рука. А потом стреляй. Ничего не меняется, все равно 5%. Попробуем. Айда, повезет. Yes. Ну-ка, давай, запугивание. Стоп, запугивание.
А. Yes. 5%. Блин, 5%, что я его пробью, да? То есть со всех... Граната откатывается. Пометить цель. F4. Давай, должны же пробить, алло. Нац! Солдаты подходят к воротам перед мостом. Пока все по плану, теперь нужно разобраться с их бункерами. После этого подумаем о том, как подняться на плотину. Но несколько вражеских солдат уже открывают ворота с другой стороны. Меняя план, следующий шаг — перебить их, этих безликих. Чёбан? А чёбан? Какие ворота? Вот эти ворота открыли? Они вроде были открыты. Так, жду пропуск хода, ладно. Стой, сзади? Орлиного глаза больше нет. Блин, тут реально про какие-то уже зомбачи, что ли, дело пошло. Открывают ворота. Каких безликих? Кого я должен перестреливать? Стоит мне спускаться отсюда или нет? Yes. Ладно, F1, okay. F2, F3, okay. Yes. 4, 5. Yes. Давай потихоньку передвигаемся. Что, попробуем? Ага, 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 ага. Я все понял, я все понял. Yes. Вы идете на меня, да? Yes. Стой. Давай, знаешь как? F1. Ты пойдешь сюда. Так? F2. Ты пойдешь сюда. А вот F3. Нет, нет, сразу. F3. Yes. F4, F5. Вы идете сюда. А те будут просто контролить тех, кто будет подходить. Работаем. Да ладно. Ну давай приманим. А, во, идут, идут. Ну все, потом можешь возвращаться. Или это все? Все, наступление отбито. Так, здесь у нас нет сундуков. Лутать вроде нету. Ну че, тогда отбивать бункеры. Здесь вроде тоже не было, да? О, чую, сейчас будет здесь заваруха. Да ладно. Что-то не так. Что-то не так. Ай. Давай наперед. Что ты скрываешь, бетонное чудовище? По-моему...
Так, и ладно, я не вижу здесь, не вижу здесь. Yes. Мне нужно, чтобы ты зашел с этой точки, так? И удерживал эту высоту. Ты зашел с этой точки. Ребятки, снайпер у нас пойдет здесь, здесь и здесь. Потом зачистить. Блин. Контакт. Не, ну высоту надо взять. Высоту надо взять. Работаем над укрепрайоном. Быстренько, быстренько, быстренько. Отлично. Или не совсем. Отойди в сторонку. Так, давайте по друг другу, пожалуйста, только не стреляйте. Так, поднимаешься. О, блин, там не с кем, по сути, тебе лечиться. Иди туда, поднимись и полечись. Так, F3. Нет, да? Блин, он выше меня. Почему она реагировать еще не начала? Вот что мне непонятно. А потом вернись. Слушай, а ты неплохо шмаляешь. Ну-ка давай еще. F4. Ну-ка, разбили их. Пушка вертится, пушка вертится. Добьешь, не добьешь? По-моему, не добьет. 3. Аптеку. Аптеку, говорю. Все, того добили. Остался этот и тот. Его уже надоел мне. Блин, 5:45. Вот отсюда можно будет вот эту снимать ролику. Ты их должен применить. Ну, или вот так. Давай. Идешь, стреляешь. Идешь, стреляешь. Так, ты у нас... Что-то вообще ни с какой стороны. Ноль, ноль. Он отсюда ловил его. Блин, сейчас здесь кто-то будет. Нет? Ой, fine.
Ну ладно, с автоматчиками туда вместе пойдем. Если даже кто-то и будет, то должны сломать. А, ну слушай, красиво прошил, молодец. Okay. Давай, поманси еще разок. Так. Yes. Понадоедай ему. Стоп, а что ты тут делаешь? Ты же сюда шел. Ну, я так даже не играю. Припасов? Нету? Ну и ладно. Два, три. Ой. Как думаете, все? И все? Так, стоп, F5, ты куда пошел? Хватит мансить. Шерман, успокойся, все, Бёрдфуд уже. Yes. А, ну, все это. Все сюда. Шерман, ты меня слышал? Зачистив лестницу, отряд поднимается в комнату управления плотиной, выкручивая все эти вентили. Это должно решить проблему подкреплений. Вжух. Наконец-то, теперь можно и передохнуть чутка. Что ж, поскольку у нас нет взрывчатки, то плотину мы не взрываем, верно? Чего? Ты совсем... А, видимо, ты права. Retribution. Солдаты заблокировали путь подхода вражеских подкреплений. До конца этого кошмара, кажется, уже рукой подать. Воздаяние. Солдаты устраивают привал, чтобы немного отдохнуть. Ну что ж, ребята, это почти конец пути. Еще несколько часов, и эта проклятая дыра останется в прошлом. Жаль, что за время нашего здесь пребывания нам так и не удалось сделать эту дыру чуть лучше. О, вот опять ты за свое. Мы сделали, что могли, а дальше уж пусть командование само разбирается. И все же Авери прав. Нам кажется, что дальше все будет легко и просто, да вполне может быть, что за плотиной нас ждет еще большее дерьмо. Я не это имел в виду. У нас и так уже осталось маловато времени на сон. Давайте не будем тратить его на пустой треп. Результаты задания, ну... По сути, выполнено. Последнее испытание уже совсем близко. Блин, все-таки что-то будет еще? Достаточно ли было принесено в жертву, чтобы преодолеть его? Скоро они это узнают.